Впереди ноябрь месяц, время пришло утепляться. Вот такую вот замечательную шапку я приобрел в магазине Ашан. Если кому-то захотелось именно такую очень теплую и легкую шапку, вы ее можете заказать по ссылке в описании к этому видео на YouTube. Будет ссылка на AliExpress, там такая же шапка и есть пара очень прикольных женских шапок. Хит этого сезона 2018 года. Так что всем желающим, кому было интересно, можете пройти по ссылке в описании на YouTube. Посмотреть, подписаться на мой канал, поставить лайк. Вот, впереди нас ждет очень много интересного. Целый ноябрь, холода. И эксперимент на ноябрь месяц будет состоять в следующем. Весь ноябрь я собираюсь просыпаться в 6 часов утра. Именно вставать в 6 часов утра. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Получится или нет. Даже в выходной. Вот, кому интересно все, что происходит, мир вокруг нас, добро пожаловать на мой канал. Впереди ноябрь, мир соплей, теплых джинсов и веселых теплых шапок. А также потом будет зима. В общем, всем прекрасного настроения. Всем пока.